Коллеги, я прошу прощения за задержку сегодняшним вебинаром. У нас новая платформа, которая в итоге, конечно, для вас намного более удобная. Вы сейчас сможете в этом убедиться, вы увидите, что качество слайдов намного лучше. И я надеюсь, что вам будет удобнее работать. Здравствуйте, где вебинар? Пишут, вот вебинар, извините, мы учились пользоваться новой платформой, и у нас не сразу все получилось. Пришлось немножечко поработать с этим. Большое спасибо тем, кто сегодня к нам пришел, тем, кто дождался, несмотря на такое существенное опоздание. Обычно мы никогда не опаздываем, а тут вот у нас случились такие накладки. Тем не менее, я очень-очень рада всех приветствовать на нашем весеннем вебинаре. У нас прекрасная погода, надеюсь, что у вас тоже. Наступила, наконец, весна, скоро конец года, и при этом тема у нас, с одной стороны, такая будет сегодня очень серьезная, форма мониторинга и контроля, а с другой стороны, говоря на эту тему, мы попытаемся, в общем, разобраться не только, как нам контролировать и мониторить и оценивать, но и как к этому относиться, прежде всего, с воспитательной точки зрения, с развивающей точки зрения. Поэтому я надеюсь, что это всем будет полезно, интересно. Мы поговорим о наших планах, перспективах, о новых проектах, которые мы собираемся вам предложить. И надеюсь, что и в следующем году мы с вами будем очень плодотворно работать. Давайте начнем нашу лекцию, очередную лекцию курса из серии «Школа молодого учителя». И сегодня, напомню вам, мы поговорим о формах мониторинга и контроля. И вести эту лекцию буду я, Марианна Юрьевна Кауфман, автор курса happyenglish.io, ряда учебных пособий, которые я также предлагаю вашему вниманию, о которых я буду рассказывать. Еще раз напомню вам, что моя задача в данном курсе, собственно, рассказать вам о тех приемах и возможностях, которые есть у каждого учителя, о том, на что необходимо обратить внимание, о том, какие лучше выбирать методы. То есть, собственно, моя задача не рекламировать какой-то конкретный курс, а разговаривать о том, что учитель может делать и что, если у него этого, какое оборудование, скажем так, если у него этого оборудования нет, он должен себе выбрать, найти, подобрать, создать для того, чтобы ему было удобно работать. Давайте поздороваемся с теми, кто к нам сегодня пришел. У нас сегодня есть участники, я уверена, опять же, из разных городов. Вот кто-то пишет «Привет с Волги», кто-то пишет «Саратов на связи». Давайте еще поздороваемся, и вы мне скажете, откуда вы. И если кто-то у нас сегодня впервые, это особенно всегда интересно, тоже, пожалуйста, напишите, что вы у нас сегодня первый раз. А я буду начинать вебинар. Вот Кострома у нас сегодня. Забайкальский край, как всегда, самая широкая география. Вот, судя по тому, что вы не пишете, что в первый раз, значит, вы уже у нас раньше были. Новосибирская область, Тосево, Красноярский край, очень приятно. Чебоксары, вот, первый раз, очень приятно. Итак, начнем мы с того, что утвердимся в терминах. Потому что, как вы увидели, тема контроль и мониторинг. И если мы говорим о контроле и мониторинге, мы должны с вами понимать, что мы имеем в виду. Контроль – это процесс определения уровня знаний, навыков, умений обучаемого в результате выполнения им устных и письменных заданий и формулирования на этой основе оценки за пройденный раздел программы или курса. Это из словаря методических терминов. Мониторинг. Это непрерывное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе. Мониторинг включает в себя систематические контролирующие действия в системе педагог-обучающийся, позволяющие наблюдать и корректировать прогресс ученика. С этой точки зрения, как вы понимаете, мониторинг для нас более важная функция, и именно мониторингом учитель действительно должен заниматься постоянно.
Контроль и мониторинг в обучении может рассматриваться как процесс, способ и система выявления знаний, умений и навыков обучаемых. То есть, прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на слово «процесс». Контроль и мониторинг – это часть учебной работы, это часть любого урока. Это не то, что свалилось на учеников или учителей в какой-то момент, неожиданно, и нужно как-то с этим справиться. К сожалению, это у нас так часто бывает, к сожалению, это не всегда в компетенции учителя выбирать, какие средства контроля будут предложены его ученикам. Но в идеале, это то, так сказать, в повседневной работе, это часть учебного процесса, это часть любого урока. И, в общем, здесь слово «мониторинг» мне нравится намного больше, потому что так же, как и ученику, самому учителю очень важно понимать, что происходит на уроке, что происходит с классом, что происходит с каждым конкретным учеником. Функции контроля, я напомню, это базовые вещи, мы быстренько пробежимся и будем лучше смотреть на какие-то конкретные примеры. Функции контроля предварительный. Назначение предварительного контроля состоит в установлении исходного уровня разных сторон личности учащегося и прежде всего исходного состояния познавательной деятельности, в первую очередь индивидуального уровня каждого ученика. Я думаю, что опытные учителя прекрасно понимают, о чем здесь речь. Если мы говорим о начальном этапе, то зачастую на уровне второго класса у учащихся не сформированы еще основные базовые учебные умения. Не каждый ученик умеет читать по-русски, ему сейчас придется учиться читать по-английски. Иногда очень беден и словарь еще учащихся, и что касается их, собственно, лингвистического опыта, он практически ничтожен. Соответственно, такой ученик будет иметь сложности в начальной школе. Но это не значит, что он будет иметь их и в дальнейшем. И здесь, опять же, функция предварительного контроля. Я вот сразу хочу давать какие-то примеры. Пришли учащиеся в пятый класс. И учитель обязательно должен сделать какой-то контрольный срез. Хотя как раз вот, собственно, эти срезы никем не предусмотрены. Никакой входной контрольный как раз вам, как правило, не предлагают. Когда мы говорим о контрольно-измерительных материалах, мы всегда говорим об итоговых работах, мы всегда говорим ОГЭ, ЕГЭ, еще какие-то вещи сейчас вот новые вам были предложены. Будут предложены, извините. Вот. Но мы не говорим о входных, а ведь входные для работы как раз нам наиболее важны, потому что очень важно понять, особенно вот на каждом новом этапе, когда зачастую и учитель меняется, и класс меняется, кто к вам пришел. Вот пришли к вам учащиеся пятого класса, и вы видите, что какие-то учащиеся уже и хорошо читают, и могут говорить, какие-то совершенно этого делать не могут. Что вам делать с этим классом? Какие у вас, опять же, есть средства исправления ситуации? Средства надо искать, мы об этом говорили очень много на разных наших вебинарах, и сегодня я немножечко буду об этом говорить. Но если вы не имеете информации, если вы не получили такого вот результата, мониторинга или контроля, как хотите, то, собственно, этой информации у вас и нет. То же самое происходит и в 10 классе, когда какие-то учащиеся, которые считали, что английский им никогда не пригодится, никогда им не занимались, условно говоря, балбесничали, понимают, что английский нужен, а уровень языка очень низкий. Опять же, проконтролировали, определили проблемы, и еще не поздно начать с этим работать. В 10 классе все еще не поздно. А в середине 11, конечно, уже очень сложно что-то наверстать. Текущий контроль. Важнейшей функцией текущего контроля является функция обратной связи. Обратная связь позволяет преподавателю получать сведения о ходе процесса усвоения у каждого учащегося. Она составляет одно из важнейших условий успешного протекания процесса усвоения. Обратная связь должна нести сведения не только о правильности или неправильности конечного результата, но и давать возможность осуществлять контроль за ходом процесса, следить за действиями обучаемых.
Я думаю, что здесь сложно что-то добавить. Мы с вами будем анализировать конкретные примеры. И, опять же, текущий контроль ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов или нельзя его недооценивать. Потому что, собственно, именно вот этот текущий и предварительный контроль, они закладывают основу успеха или неуспеха процесса обучения. Потому что если учитель видит, что весь класс не справляется с материалом, то, собственно, вопрос надо задать самому учителю, надо задать вопрос учебному пособию, которое использует учитель, надо понять, что происходит, может быть, поменять методику, может быть, добавить какие-то материалы. Мы знаем, что учитель сейчас не всегда может выбирать учебное пособие, по которому он работает. То есть текущий контроль, ну и на индивидуальном уровне, конечно, тут, в общем, даже собственно, не нуждается это в комментарии, а на индивидуальном уровне, конечно, каждый ученик должен понимать, где он находится, как у него идут дела. А опять же, очень неплохо было бы функцию текущего контроля сочетать с функцией текущего самоконтроля, но это очень сложное учебное умение, которому, опять же, нужно обучать наших детей, наших обучающихся. Итоговый контроль. Наш любимый вид контроля, который всем известен, который все любят или не любят, но в любом случае это то, на что всегда обращают внимание, то, что дает нам возможность выставить оценку. Итоговый вид контроля, который призван дать представление о достигнутых результатах. Итог может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела. В практике обучения итоговый контроль используется для оценки результатов обучения, достигнутых в конце работы над темой или курсом. Что касается оценивания, сегодня мы не будем говорить об этом в том плане, в котором вы привыкли. Я не ставлю сегодня своей задачей рассказать вам, как нужно оценивать учеников. Во-первых, это, собственно, тема для отдельного вебинара, а во-вторых, параметры достаточно хорошо разработаны, они иногда меняются в зависимости от формата каких-то контрольно-измерительных материалов, но здесь все достаточно понятно. Мне хочется сегодня говорить больше о том, что мы будем контролировать, как мы будем контролировать, каким образом мы будем это контролировать, это очень важно. И главное, для чего мы это делаем. То есть, в общем-то, все то, что является не формальной, а содержательной частью, то, что относится все-таки к процессу обучения, потому что контролировать очень легко, но не очень легко научить. А сколько бы мы ни контролировали, к сожалению, зачастую выясняется, что лучше не становится. А функция контроля, собственно, она не столько в выставлении итоговой оценки, сколько в возможности, в создании возможности для ученика сделать что-то лучше, понять, где он неправ, и улучшить свой, собственно, опять же, поработать над своим процессом восприятия. Потому что, обратите внимание, вот предварительный контроль у нас был установление исходного уровня разных сторон личности учащихся. Не только знания мы контролируем, мы учителя школьные, мы не репетиторы, которые должны выдать, собственно, результат только языковой, а мы речевой, мы учителя и, собственно, процесс обучения, как вы понимаете, очень многогранен, так же, как и процесс контроля. И коль скоро мы будем говорить о выставлении оценок, позвольте мне повести себя не очень традиционно и процитировать вам несколько абзацев из статьи Димы Зицера, известного сейчас очень модного педагога, у которого вышла прекрасная книга «Любить нельзя воспитывать». Она, конечно, больше адресована родителям, но поскольку у нас сегодня вот такой весенний урок, я позволю себе немножечко отвлечься от, скажем так, сухого
следования плану. Мы поговорим, конечно, сейчас очень будем много говорить о контроле, о том, как это осуществлять, но начать хотелось бы с чего-то такого более вдохновляющего. И я хочу начать с конца, процитировать вам вывод, который делает Дима Зицер в своей статье «Изнасилование на пятерку». Вот и даем мы в ответ на простой вопрос «Зачем учиться?» взаимоисключающие ответы. Учиться нужно для себя, но на оценку для других. Как это? Сами подумайте. И здесь приводит вот такие вот аргументы. Взгляните на пятибалльную оценочную систему. Ничего странного не замечаете? Из пяти возможных вариантов три отрицательные. Причем один из них, единица, практически никогда не используется. Остается хилая дифференциация между четверкой и пятеркой. Что мы хотим сказать с помощью этих сомнительных инструментов? Даже приблизительной объективности не получается. Представляете, у человека в диктанте было 20 ошибок. Он долго работал и в следующем сделал только 8. И что же, опять двойка? Между тем его успех намного больше, чем у отличника, который, исправив одну единственную ошибку, перешел от четверки к пятерке. Равно как и за сданный чистый лист. Он получит не ноль, что было бы хотя бы логичным, а всю ту же двойку. Неужели вас это не смущает? Как объяснить это детям? Разве такая система может стать хоть сколько-нибудь серьезной и честной обратной связью, поддерживающей и обучающей? Девочка Света выучила письмо Татьяны и получила пятерку. Мальчик Ваня не выучил письмо Евгения и объяснил, почему он этого не сделал. Его раздражает лживость и манипулятивность письма. 2. И это в полном соответствии со стандартом. Государственная контрольная в нашей школе, 2 класс. На картинке гнездо и домик. Вопрос. Объясните, что общего и в чем разница? Наш ученик отвечает. Разница в том, что в гнезде живет птица, а в доме человек. А общее то, что в гнезде живет птица, а в доме человек. Ответ, на мой взгляд, на грани гениальности. Прикажете поставить пару в соответствии со стандартом? Сказать что-нибудь типа «ты молодец, но мир этого не оценит»? Нет тут подходящих вариантов. Но есть вопрос, зачем оценка? Разве без нее мы не сможем понять, что человек знает, а чего не знает? Оценка приводит к тому, что человек учится соответствовать не самому себе, своим желаниям, мыслям, интересам, а учебнику, взглядом учителя, вообще взрослого. Он постепенно теряет умение взаимодействовать с миром и выбирать. Это неправда, что без оценок они не учатся. Ну, совсем неправда. Эта формула возникает только в одном случае. Происходящее вне уроков намного важнее происходящего внутри. И еще один обязательный элемент. Сам оценивающий часто страдает сильнейшим комплексом неполноценности. Стоит только построить вместе с учениками яркий, интересный процесс, необходимость в оценках отпадет сама собой. Конечно, я вот процитировала вам эту статью, конечно, здесь с чем-то можно соглашаться, с чем-то можно не соглашаться. Я понимаю, что сейчас, если вот никто не комментирует, ну, пожалуйста, комментируйте, в меня сейчас полетят камни, особенно в рамках того, что я понимаю, что вы сейчас... Вам не до шуток, учителя старших классов настроены на сдачу ЕГЭ, на сдачу другие классы, на сдачу других каких-то контрольно-измерительных моментов. И абсолютно вам не хочется слушать такие вещи, может быть, сейчас, может быть, у вас нет настроения, потому что вы действительно заинтересованы в результате. Но если говорить об оценках, давайте объективно скажем, что оценка для жизни важна только по результатам ЕГЭ, потому что от этого действительно зависит судьба ученика, его дальнейшее попадание или непопадание в определенный вуз. Но что касается сегодня, все-таки моя функция как учителя поговорить не о натаскивании на конкретный экзамен, а на функции контроля, который будет во благо, который позволит ученику прогрессировать, отмечать свой успех, понимать, где у него сложности, и становиться полноценным участником учебного процесса. Итак, формы контроля. В педагогической литературе встречаются следующие формулировки. Формы контроля – это способы деятельности учителя и обучающихся, в ходе которых
выявляется усвоение учебного материала и овладение обучающимися требуемыми знаниями, умениями и навыками. Форма контроля – это система последовательных, взаимосвязанных диагностических действий учителя и обучающихся, обеспечивающих обратную связь в процессе обучения с целью получения данных об успешности обучения, эффективности учебного процесса. Термин «форма контроля» подразумевает разные виды предварительного, текущего, периодического и итогового контроля. И форма контроля условно делятся на индивидуальные, фронтальные, устные, письменные, одноязычные и двуязычные. Это все базовые вещи, которые можно встретить в любой методической литературе. И вот люди пишут сейчас, я вижу, кто-то писал, согласен, для меня оценка чисто субъективна, пусть в меня летят камни. Ну, этот разговор такой очень сложный, потому что, еще раз, когда мы, ученики наши, вынуждены сдавать ЕГЭ, и от этого зависит их будущее, тогда, конечно, несмотря на то, что мы можем много спорить о том, как составляются эти тесты, какой уровень предлагается учащимся освоить, и на какой уровень они обучены, существует ли здесь какой-то гэп или нет, здесь есть нюансы. Тем не менее, и вполне возможно создать достаточно объективную систему оценивания, когда существует количество баллов, которые можно набрать за контрольную, и человек набирает определенное количество, и написано, ну, все видели эти таблицы, там, от 20 до 25 баллов, например, такая оценка, потом другая оценка. То есть, в принципе, здесь объективность возможна. Но вопрос в ценности этой объективности. Вот, как я уже говорила, цитирую статью Димы Зицера, если кто-то сделал 20 ошибок, а сегодня 8, он все равно получает двойку? Или он должен получить такую обратную связь, которая мотивирует его, и такую оценку, которая мотивирует его заниматься дальше? Вот в чем вопрос. И, конечно, прежде всего, какие возможности дифференциации оценок дают нам именно устные ответы, ответы, связанные с творчеством, с говорением, там, где учитель имеет полномочия оценить составляющую содержательную и не должен обращать внимание на большое количество каких-то формальных моментов. Поэтому это тоже нужно использовать. Итак, давайте с вами попытаемся обсудить, какие формы контроля и в каких моментах, что мы будем контролировать, как мы можем это контролировать, почему я хочу вам об этом сегодня сказать. То есть все формы контроля, о которых я буду говорить, они будут немножко нестандартные. И еще раз, несмотря на то, что я буду, естественно, цитировать свои учебники и учебные пособия, мне кажется, что эти средства можно найти еще где-то или позаимствовать, опять же, из моих учебников и учебных пособий. И еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что идея здесь именно в рабочем процессе, не в, на данном этапе, не в итоговом контроле, хотя мы об этом тоже будем говорить, но здесь вот идея в процессе. Значит, мы учим наших обучающихся читать, и очень часто с какой проблемой мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с такой проблемой, что дети с хорошей памятью заучили активную лексику, и прекрасно справляются с чтением просто по памяти. Они не знают правил чтения. Как нам проверить технику чтения? В учебниках серии happyenglish.io, а также в новом нашем учебном пособии «Как научиться читать», о котором я в конце скажу еще несколько слов для тех, кто сегодня впервые, кому интересно, мы предлагаем следующую методику. Мы включаем в учебник или в пособие, а вам предлагаем включить в урок, достаточное количество незнакомых слов, редко встречающихся, абсолютно ненужных ни для чего, кроме как для проверки техники чтения. То есть технику чтения мы контролируем с использованием
какой-то нечастотной лексики, абсолютно осознанно, для того, чтобы проверить, умеют учащиеся читать действительно или нет. И вот посмотрите, второй класс, слова для проверки техники чтения. Note, cat, cape, jam, jet, slope, cool, cook, much, such, bench, chess, champ, catch и так далее. Такой вариант. Вариант следующий. Выполни, посмотрите упражнение 3 на странице 95. Выполни в рабочей тетради упражнение 1 на странице 41. Помоги буквам и буквосочетаниям найти звуки, которые они могут обозначать. Это, конечно, текущий контроль, который позволяет нам обратить внимание на то, консолидировать прежде всего информацию, которую учащиеся проходили раньше. То есть мы совершенно не отрицаем, что контроль может иметь и обучающую функцию. В данном случае это консолидация информации, обобщение материала. И смотрим, насколько учащиеся хорошо помнят то, что они уже прошли. Вообще контроль, конечно, всегда позволяет нам заодно и повторить материал, потому что мы понимаем, что ключ к успеху, особенно на начальном этапе обучения, это многократное предъявление материала в какой-то форме, в форме контроля или еще в какой-то другой. Но контроль здесь является для нас помощником. Следующий пример – это контроль в форме такой вот небольшой игры. Прочитай меню, выбери еду, напиток, или десерт, который тебе хотелось бы заказать. I'd like some salad, whatever. И здесь вы видите, учащимся предлагается меню. Это учебник для 4 класса, но это, так сказать, достаточно стандартный вариант, когда учащиеся работают по меню. При этом это, в общем, средство контроля. А если, если позволяет возможность, конечно, учащиеся могут создать какой-то свое кафе в школе или объявить какой-то день английского языка. Здесь очень много возможностей. Опять же, мы говорим здесь о контроле, но при этом мы контролируем лексику, контролируем использование конструкции I'd like, и при этом учащиеся работают, они мотивированы вполне возможно даже больше самой деятельностью, чем оценкой. Об этом как раз и является наша цель. Оценкой мотивировать достаточно сложно, потому что оценка – это, в общем, все-таки такой немного репрессивный инструмент. Опять же, если я учусь только для того, чтобы получить хорошую оценку, эта мотивация становится очень неустойчивой. Если я учусь, потому что мне интересно, конечно, у меня будет абсолютно другая мотивация и абсолютно другие результаты. И, собственно, задача учителя, что бы он ни делал, так же, как и на этапе предъявления, на этапе контроля, это сохранить мотивацию, помочь учащимся сделать свое обучение интересным. А сейчас я попробую тут немножко сдвинуть, потому что я не вижу слайд, к сожалению. Если мы можем чуть-чуть подвинуть мою фотографию наверх, мое изображение, я никак не могу тут вот вверх слайда посмотреть. И вам, наверное, его не видно. Так, сейчас я попробую. Вдруг получится. Так, если мы изменим масштаб. Хорошо, на странице 109, я не знаю, виден вам верх этой страницы или не виден, расположена ролевая игра, которая является также одной из форм итогового контроля. То есть она предложена учащимся как форма контроля навыков устной речи по теме еда и рецепты. И здесь как раз предлагается принести какие-то закуски, сладости, какие-то вещи, которые, к сожалению, это не основное, основное сверху, которые они сами приготовили. И во время непринужденной беседы поговорить, представиться друг другу, рассказать о себе. Вот, это называется 5 o'clock tea with fairy tales.
ответить на вопросы, то есть все участники становятся сказочными персонажами, приносят свою любимую еду и общаются неформально, потом предлагают еду, напитки друзьям, а потом меняются рецептами. И здесь у нас есть огромное количество возможностей проконтролировать сформированность всех навыков, начиная от грамматических, заканчивая, конечно, навыками говорения. И критерии успешности здесь могут быть самые разные. Может быть критерием то, какое количество рецептов человек раздал, то есть насколько хорошо он приготовил свое блюдо. Может быть критерием успешности то, насколько интересные истории человек рассказывал и насколько интересно его было слушать. И вот именно такие способы контроля, которые, собственно, и контролируют то, что человек действительно умеет, и дают возможность увидеть объективную картину в неформальной обстановке, когда учащиеся мотивированы, а не испуганы, потому что, опять же, ни для кого не секрет, что есть такие дети, которые очень плохо пишут контрольные работы и очень плохо делают презентации. Вообще им очень сложно работать в состоянии стресса. Такие вещи обычно проходят ближе к старшим классам, если грамотно работать с такими учениками. Если нет, то такие вещи сохраняются на всю жизнь. Вы сами знаете, что по статистике, я читала такую статистику, что самый страшный страх, извините, самый жуткий ужас, который люди испытывают в своей жизни, это страх перед публичными выступлениями. И, опять же, наша задача, вот, нашими средствами контроля не усугубить такую ситуацию, а наоборот как-то избежать этого фактора стресса для того, чтобы учащиеся могли раскрыться и показать свой действительный уровень. И именно вот такой вот формат даже не презентации, а именно ролевой игры, которая по сути является очень серьезной контрольной работой, позволяет нам... О, видна вся презентация. Позволяет нам справиться с нашей задачей и при этом не создать дополнительных сложностей для учащихся. Пятый класс. Здесь еще одна история о том, как можно проконтролировать определенные навыки. Здесь я сейчас прочитаю вам правила игры. Это игра, которая, опять же, является всесторонней проверкой и в данном случае итоговой проверкой сформированности всех навыков и умений, которые должны быть сформированы вот в пятом классе по результатам данного раздела. Правила игры. Перед началом игры вырежьте карточки из раздела «Cut out». Вы видите, мы все время ссылаемся на рабочие тетради. Раздел «Cut out» – разрезной раздел, который позволяет нам создавать так называемый методический портфель, который позволяет нам создавать специальные материалы, с которыми мы потом работаем. Это и такая игра, и буквы во втором-третьем классе, алфавит, транскрипция, грамматические игры. То есть все это в разрезном, в разделе cut out, разрезном разделе, который всегда содержится в рабочих тетрадях. Кроме того, в рабочих тетрадях содержатся и тесты наши любимые, которые намного удобнее писать в рабочих тетрадях, и потому что там уже все размечено, все приготовлено, экономится время. И те задания, которые нельзя выполнять в учебнике, то есть экономится время. Обведи, выдели, соедини линиями. Такие вещи очень важны для нас в младшей школе. И, конечно, без рабочих тетрадей работать очень сложно. Я знаю, что сейчас возникают сложности с приобретением рабочих тетрадей. И, тем не менее, опять же, призываю вас для обеспечения качества обучения и контроля в том числе, пытаться рабочие тетради отстоять, потому что они, конечно, очень экономят и время, и делают рабочий процесс, учебный процесс намного более интересным. Здравствуйте, Клара Александровна, спасибо огромное за ваши учебники и пособия, они приносят неоценимую помощь учителям английского языка. С удовольствием, спасибо большое. Так, вот тут пишут.
Тут у нас Клара Исаковна, значит, хорошо, тогда моего внимания так много не надо. Итак, перед началом игры вырежьте карточки, разложите их на игровом поле поверх игровых квадратов, по номерам, картинками вверх. Вам также понадобятся фишки и кубик. В игре участвуют 2-4 игрока и ведущий. То есть, как вы видите, это групповой, фронтальный способ, вид проверки, вид контроля. Играющие ставят свои фишки на клетку старт. По очереди бросают кубик и делают столько ходов, сколько выпало на кубике. После того, как один из игроков остановился на нужном игровом квадрате, ведущий снимает с квадрата карточку, читает задание и проверяет правильность ответа, что очень важно, обратите внимание, который написан на обратной стороне карточки. Если игрок, чья фишка находится на данном игровом квадрате, правильно выполняет задание, то этот игрок кладет карточку с вопросом или заданием в свою копилку. Если нет, карточка остается лежать на игровом поле. Побеждает тот, кто первым дойдет до финиша, набрав максимальное количество карточек. Посмотрите, как это выглядит. То есть, опять же, это контрольная, итоговая контрольная работа. Она в данном случае проверяет навыки говорения, проверяет лексику, проверяет какие-то фактические моменты, которые узнали учащиеся. Как вы видите, здесь большинство лексики связано с темой путешествия и аэропорт. Посмотрите, какие задания. Agent Cute is at home. Help Agent Cute pack his suitcase. Agent Cute wants to take some souvenirs to his new Russian friends. What can he take with him? Number 6. An old friend wants to drive you to the airport. Go to the airport. Это значит, что мы проскакиваем несколько кубиков. Go to square 13. Agent Cute can't get a taxi. Miss a turn. Tell Agent Cute about Rob McWizard. Tell Agent Cute about Rob's brother and sister. Agent Cute doesn't know a lot of things about Misha Inin. Help him write some questions about Misha for his boss. То есть, как вы видите, игра очень интересная. Это только небольшая часть игры, и она позволяет, как я уже и сказала, проконтролировать навыки говорения, лексический запас, собственно, и грамматические структуры здесь включены. Например, Agent Cute is at Heathrow Airport. He wants to check in. Give him instructions. Agent Cute is hungry. Give him instructions. И так далее. То есть здесь и фактический материал, и лексический материал. И чем интересно такое задание, которое, с одной стороны, вот, содержится, например, в нашем учебнике, с другой стороны, вы можете на основе этого, воспользовавшись идеей, создать что-то похожее. Чем оно хорошо? Оно хорошо тем, что, во-первых, мы имеем, опять же, настоящую мотивацию. Учащиеся играют в игру, им интересно, они хотят победить. Мотивация, опять же, не оценка, а желание участвовать в значимой для них деятельности. Второе, мы при этом не имеем фактора стресса. Мы действительно контролируем сформированность учебных умений. И третье, мы здесь имеем достаточно серьезный элемент самоконтроля, само- и взаимоконтроля, потому что у нас есть средства самопроверки. Учитель является только, скажем так, модератором, какое модное слово, модератором этой активности. При этом контроль является абсолютно объективным, потому что, как я уже сказала вам, в разделе «Cut out» есть карточка, которая дублирует с одной стороны, с верхней стороны она дублирует карточку игрового поля, но снизу у нас дан примерный правильный ответ. Понятно, что ведущим становится более сильный ученик, который способен адаптировать этот правильный ответ к ответу игроков. И учитель ходит и тоже проверяет. Но с другой стороны, мы учимся контролировать друг друга. И учитель, опять же, не так занят на уроке. То есть сделана эта игра по принципу, я думаю, те, кто знает, угадали уже, Trivia Pursuit, когда
Есть правильный ответ. То есть учитель, опять же, не является для нас единственным возможным источником информации. Мы всегда повторяли и будем повторять, у учителя не должно быть монополии на информации. И я добавлю, у учителя не должно быть монополии на обучение. То есть учащиеся должны по возможности и контролировать себя сами, и развивать навыки самообучения, самостоятельной работы. А вот еще раз Клара Исааковна пишет, на обратной стороне карточки, а карточки содержатся еще раз в рабочих тетрадях в разделе «Cut out», есть правильный ответ. И опять же, воспользовавшись этим принципом, такую игру могут создать учителя для себя. А следующий вариант, не буду тут долго, так сказать, комментировать, потому что возможностей очень много, а мне хочется поговорить побольше о финальных каких-то контрольно-измерительных материалах, которые для всех важны. A project My Homepage. То есть на протяжении всего раздела, опять же, в пятом классе, учащиеся знакомятся с домашней страничкой главного героя Миши Инина. А при этом параллельно они работают над проектом My Homepage. Подготовьтесь к проекту, воспользуйтесь страницами из раздела Cut Out в рабочей тетради. Составьте главную страничку с меню из 4-6 пунктов, о которых вы хотите рассказать, то есть что о себе вы хотите рассказать. Мы стараемся всегда давать контрольные такого плана минимально жестко, то есть задать такие рамки, в которых учащимся будет комфортно. Кто-то захочет рассказать о своем домашнем животном, а у кого-то домашнего животного нет, и для него это страшная проблема, он ужасно переживает. Кто-то захочет рассказать о своей семье, а кто-то, у кого-то, например, родители переживают развод, и для учащегося, опять же, это болезненная тема. То есть все эти вещи при контроле должны учитываться, потому что в результате это повлияет не только на оценку, как мне не хотелось бы вообще это слово здесь сейчас упоминать, потому что мы пока еще находимся все-таки на начальном этапе, а повлияет на результат исследования, скажем так. А мы должны быть, опять же, максимально объективны. Подготовьте фотографии для каждого раздела, заполните каждый из своих разделов предложениями, проиллюстрируйте и так далее. И обязательно, как мы будем это контролировать. Представьте свою главную страничку. Ваши одноклассники выберут те пункты меню, которые покажутся им наиболее интересными. Опять же, вот вам мотивация. Создать такую страничку с какими-то пунктами меню, которые не будут повторяться, которые будут отличать меня от других, которые заметят, о которых захотят услышать, и потом, соответственно, вот-вот и возможность получить более высокую оценку. И выберите наиболее интересные разделы домашних страничек, сделайте выставку. То есть, ну, и тут можно говорить еще бесконечно, возможностей очень много, это, собственно, вот идея. Переходим к старшим классам. What achievements of your country are you proud of? И здесь, опять же, мы предлагаем уже достаточно сложный и лексический, и грамматический материал использовать, контролировать. Как видите, у нас больше сегодня все-таки получается сначала оговорение, потом будут другие виды деятельности, в игровой форме. И в данном случае это тоже очень известная игра. Собственно, я не знаю, насколько она известна в России, на Западе она называется «Я делал или нет?» «The Game», я ее немножечко тут модифицировала. И ситуация такая, дети из разных стран в международном лагере участвуют в клубе страны. И здесь им предлагается поговорить о своих странах. И вы понимаете, что формат всегда достаточно стандартный. Давайте расскажем о своей стране, чем мы гордимся. С одной стороны, да, это нужно знать и нужно рассказывать, с другой стороны, это не всегда интересно, особенно скептически настроенным старшеклассникам. Здесь задача та же самая, но она предложена в совершенно другой форме. The game is called My Country Has Done It. Each player gets 5 stones. Every person must say something that his, her country has done, which makes him or her proud. However, it should be something that they think other countries haven't done. То есть моя страна это сделала, а другая страна нет. So if another player can say my country has done it as well,
He or she can keep the stone, but if another player, if another player's country hasn't done it, he or she must put off the stone into the, put one of the stones into the center. When a player has got no more stones, he or she is out of the game. The player who still has the stones when everybody else doesn't is the winner. То есть идея в том, чтобы о своей стране, и каждый здесь получает какую-то страну, найти такое количество фактов интересных, которые никто не сможет оспорить. Например, если я скажу «My country has sent people to cosmos», это одно, «to the space». Это одно. Но если я скажу «My country was the first to send an astronaut to the space», это совершенно другое. И этого повторить никто не сможет. То есть обычно здесь, конечно, речь будет идти о том, что страна сделала первой или что абсолютно уникально для страны. Например, об Англии можно сказать, что моя страна построила тоннель под морем. Хотя, если порыться, я думаю, что, может быть, мы найдем еще такие тоннели. То есть здесь, опять же, с одной стороны, мы контролируем, с другой стороны, мы побуждаем учащихся к абсолютно бесконечно длящимся исследованиям, собственно, собственной мотивацией. Мы позволяем им быть творческими, позволяем им быть нашими соавторами в учебной деятельности, и это очень-очень важно. Посмотрите, в 10 классе над каждым упражнением есть комментарий зеленым шрифтом. Building up vocabulary, extensive reading и так далее. То есть учащиеся понимают, для чего они делают то или иное задание, что опять же позволяет нам увеличить уровень осознанности. А осознанность – это как раз то, что позволяет учащимся делать работу самостоятельно. Учиться, а не быть, скажем так, сопротивляющимся материалом, на который обрушивается большое количество лишних знаний. Продолжаем. Сейчас, извините, я тут пытаюсь кликнуть. Так. Как вы видите, дальше, после того, как предложены были какие-то примеры и идеи, мы предлагаем учащимся самим поработать с этой темой и поиграть в такую игру. Контроль грамматики. Очень сложный грамматический материал 10 класса. Посмотрите, я сейчас прочитаю вам какие-то фразы, и вы поймете, о чем здесь будет идти речь. Rafting is a very exciting activity. Class 5 rapids are more difficult than class 3 rapids. Lisa has already tried to shoot some of the rapids. Dima was looking forward to rafting. Mary was unsure of herself. И так далее. То есть, как вы видите, дети собрались на рафтинг. И на реке произошел несчастный случай. И здесь мы имеем возможность использовать, опять же, здесь мы контролируем, собственно, грамматику, но грамматику, запущенную в речь. Как нам запустить в речь такую тему, как модальный глагол плюс перфектный инфинитив? И мы предлагаем следующее. Make suggestions about what had happened to Lily, Jack and three men before they were rescued. The canoe of three men must have turned a long time ago. И здесь начинается как раз, опять же, творческая работа. У нас есть здесь картинка, и мы видим, что происходило, и мы делаем предположение. Но, опять же, это не формальные предположения, мы действительно смотрим на картинки, мы видим какую-то реальную историю, и мы предполагаем, что могло произойти. То есть, прежде всего, мы используем грамматический материал в ситуации, максимально приближенной к ситуации реального общения. И, конечно, здесь мы говорим о текущем контроле. И вот здесь как раз учитель наблюдает, насколько хорошо
усваивается сложный грамматический материал. Модальный глагол плюс перфектный инфинитив. Опять же, лексический материал не самый простой, но он может пригодиться, если уже говорить о контрольных на любом экзамене, как хобби. Очень, очень любят включать тексты на вот такие экологические, спортивные темы, вы знаете, в экзаменах. Поэтому, собственно, здесь все очень актуально. И посмотрите дальше. Building up speaking skills. То есть мы посмотрели на картинки, предположили, что могло происходить. После этого editing and self-assessment. То есть дети понимают, что они дальше будут сейчас делать. Listen to the stories by Lily and one of the canoers and check your answers. То есть мы предположили, мы поработали, а сейчас мы прослушаем людей, которые участвовали в этом эпизоде, в этом неприятном каком-то инциденте, и узнаем, что на самом деле происходило. То есть, с одной стороны, у нас сейчас идет обучение на уроке, обучение не прерывается, мы учимся аудировать. С другой стороны, мы используем аудирование как часть контроля. То есть вот как раз то, о чем я говорила вначале. Контроль – часть учебного процесса, а учебный процесс в данном случае – часть контроля. Мы послушаем и сможем оценить, насколько хорошо мы поработали над предыдущим заданием. Listening for specific information and taking notes. Listen again and tick the pictures, which describe the events correctly. Put the ticked pictures in the right order. Вот. Ну, дальше мы уже начинаем работать с картинками, дальше мы начинаем работать с самой историей, но идея в том, что, как вы видите, одно задание логически вытекает из другого, и вот только что мы использовали аудирование, первое предъявление было как раз очень интересно, и здесь нестандартный порядок. Первое аудирование было как контроль, а вот второе аудирование, оно уже, собственно, задание на аудирование, и дальше уже, так сказать, это не наша сегодняшняя тема. Но посмотрите, как это может быть сделано, и как, опять же, когда мы говорим об аудировании, как нам оправдать максимальное количество предъявлений текста, который, опять же, позволяет нам формировать навыки аудирования. Мы понимаем, что минимум два раза текст должен быть предъявлен. Седьмой класс, в данном случае, опять же, контроль, как мы это любим, здесь картинки, которые, на основе которых учащиеся должны воссоздать историю, которую они прочитали. Это достаточно стандартное задание, но очень интересная история предлагается, история из серии, как же это называется-то у нас, кто-то, может быть, мне напомнит «Путь приключения кольца». То есть это отдельный раздел в учебниках, который позволяет учащимся познакомиться с историей Великобритании через серию коротких, интересных, фабульных рассказов, каждый из которых посвящен отдельному интересному периоду истории Великобритании. Либо это римское завоевание, германское завоевание, викинги, нормандское завоевание и так далее. И в данном случае как раз контроль понимания рассказа, контроль усвоения материала в форме, опять же, устного рассказа на основе картинок, после того, как материал был отработан. Собственно, вот использование игр. Те, кто занимался по нашему учебнику или смотрел вебинары, знают, что у нас есть такая очень интересная игра «Дрейги». Я буквально коротко расскажу правила и скажу, опять же, что каждому грамматическому времени есть такой набор, который, опять же, помещен в рабочей тетради в разделе «Cut out». И эта игра, конечно же, может быть использована в применении приложение к любому учебному пособию, к любому учебнику и на любом этапе, и позволяет либо развивать, либо, если вам нужно, контролировать сформированность грамматических навыков. Посмотрите, как в нее играть. Перед вами комплект карточек с написанными на них словами. В комплекте вы также найдете три карточки с надписью «Mr. Help». Одна такая карточка заменяет собой любое слово, то есть это джокер. В ходе игры участники могут забирать себе карточку Mr. Help, выкладывая вместо нее карточку с замененным словом.
Разделитесь на группы по два человека, возможно и большее количество играющих. Каждый играющий получает по 7 карточек. Оставшиеся карточки – это ваша основная колода, из которой вы будете потом брать карточки. Откладывать ненужные карточки вы будете во вторую колоду. Если первая колода закончилась, переверните вторую колоду, продолжайте игру. Итак, цель игры – как можно быстрее избавиться от карточек, составив свои предложения и или подложив свои карточки в выложенные предложения соседа. Предположим, играют Коля и Вася, им раздали по 7 карточек и так далее. То есть идея в чем? Идея в том, что у меня есть наборы слов, которые я получаю хаотическим каким-то образом из колоды, и я должна выкладывать из них предложения или подкладывать их к предложению своего соседа, других играющих, и я могу, что очень важно, менять карточки местами. То есть я выложила, например, предложение «I go to school» условно. Кто-то, у кого есть do, подложил туда do. Do I go to school? У кого-то есть every day, и он подложил туда every day. У кого-то есть how often, например. И так далее. То есть идея в том, чтобы грамотно избавляться от карточек. Вы понимаете, что для того, чтобы играть в такую игру хорошо, нужно очень хорошо ориентироваться в грамматике английского языка. Как я уже сказала, наборы карточек вот для этих игр существуют и для present simple, и для past simple, и для future simple. То есть мы отрабатываем таким образом базовые грамматические времена. Но при этом, как я уже сказала, мы можем использовать эту игру для текущего контроля. А текущий контроль, он, как вы понимаете, для нас, в общем-то, становится самым актуальным, потому что это тот контроль, который, собственно, участвует в учебной деятельности. Это не итоговый контроль, когда нам так или иначе необходимо оценить учащихся с какой бы то ни было целью. Вот, это контроль, который является обучающим, который является реальной обратной связью. И вот сейчас еще раз, спасибо большое, как хотелось бы работать по вашим учебникам. Нам бы тоже очень хотелось, чтобы вы работали по нашим учебникам. Тут Клара Исаковна пишет, я сейчас немножечко отвлекусь, она пишет, что мы, опять же, надеемся на какой-то положительный исход, федерального перечня у нас пока нет. Учебники сданы, они имеют положительные рецензии по всем статьям. Вот, но пока, к сожалению, у нас нет никакой информации о том, как вообще будет происходить формирование федерального перечня и когда это произойдет. Может быть, такая информация есть у вас, но мы точно знаем, что ничего определенного, кроме большого количества слухов, не знает никто. И еще раз вам хочу сказать, что если вы не можете выбирать учебное пособие, потому что все-таки есть люди, которые до сих пор могут выбирать, и им мы предлагаем участвовать в нашей апробации, я об этом в конце еще буду говорить. Мы предлагаем учебники бесплатно, вам нужно будет покупать только рабочие тетради. Это уже четвертый или пятый раз, когда мы предлагаем участвовать в апробации. И поверьте, мы действительно учитываем ваше мнение, ваши замечания, меняем учебники. У нас вот к новому, скажем так, рецензированию мы полностью обновили учебники, и там, опять же, огромное количество материала внесено по результатам апробации, по результатам работы с учителями, поэтому, в общем, участвуйте, мы будем очень рады, если вы станете нашими соавторами. А если вы не можете выбирать пособие, то, тем не менее, вот эти приемы, эти материалы вы можете найти, например, купив какую-то одну нашу рабочую тетрадь или создав самостоятельно, мы же знаем, что у всех учителей большое количество дополнительных материалов, которые они любят использовать. Обратите внимание вот на такие формы, то есть идея-то в этом. А сейчас давайте поговорим о 10 классе, разделе Exam Know-how. В 10 классе, поскольку мы знаем, что нам нужно готовиться к ЕГЭ или каким-то другим экзаменам, независимо, опять же, от формата, потому что что у нас происходит? Вот, спасибо большое, работала по многим учебным пособиям, но такого разнообразия интересного и полезного материала я не встречала. Спасибо. Что происходит обычно у нас, когда мы говорим «давайте готовиться к контрольной работе»?
либо мы говорим о каких-то очень общих вещах, таких как вот стратегии. Давайте сделаем так, в общем, посмотрим так. Или мы говорим о натаскивании на какой-то формат. То есть мы видим, какой будет формат, берем демо-версию и начинаем выполнять большое количество упражнений этого формата. Покупаем всевозможные контрольные работы, которые продаются, и стараемся просто за счет количества компенсировать качество. Иногда это себя оправдывает, иногда нет. Для того, чтобы такая большая работа, объемная, себя оправдывала, учащимся необходимо понимать технологию выполнения этих заданий. И именно этим мы стараемся заниматься в 10 классе. Мы даем возможность, как бы это сказать, изнутри, насколько это возможно, посмотреть, как выполняются такие задания. Чисто технологически, чисто на уровне общих знаний, не даже не знаний английского языка, а общих знаний, как выполнять определенные задания. Давайте я вам покажу, о чем сейчас идет речь. При работе с текстами, в данном случае у нас раздел посвящен как раз, вот мы много говорили о говорении сегодня, извините опять за тавтологию, как у нас работает раздел Exam Know-how применительно к обучению чтению, применительно в данном случае к контролю обученности чтению. При работе с текстами обычно предлагается выполнить следующие типы заданий. Установить соответствие приведенных утверждений прочитанному тексту true, false, not stated. Сейчас у нас нет такого задания. Это в данном учебном году, но совершенно не значит, что его не будет в следующем. Выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов multiple choice. Заполнить пропуски gap filling. Установить соответствие между частями текста и заголовками, вопросами, утверждениями и так далее matching. Установить логическую последовательность и расположить части текста в правильном порядке. Ordering. Упражнения такого типа помещены в учебнике под соответствующими заголовками. Кроме того, при подготовке к работе с текстами обратите внимание на упражнения учебника, помеченные следующим образом. Это то, о чем я вам говорила, что есть каждое упражнение предваряется тем, какое задание оно помогает выполнить с точки зрения экзамена именно, чему оно учит. Prediction, presenting and justifying, identifying relevant information и так далее. Не буду здесь долго задерживаться. И дальше установление. В данном случае вот мы говорим об установлении соответствия приведенных утверждений прочитанному тексту. Как выполнить это задание? Зачастую учитель сам не понимает, это true, false или not stated. И здесь вот сначала как раз общие стратегии, я буквально несколько процитирую, а потом конкретика. Необходимо убедиться в том, что вам полностью понятен смысл утверждений, прежде чем вы начнете читать. Здесь нужно полное понимание. Прочитав утверждение, попытайтесь предсказать возможный ответ, исходя из здравого смысла. Приступайте к поиску ключевых слов и выражений. Как только вы их найдете, проанализируйте их, абстрагировавшись от предлагаемых утверждений. Убедитесь в том, что вы правильно поняли нужные фразы. Затем снова сравните их с утверждениями из задания. При выполнении такого типа задания необходимо гибко использовать разные технологии чтения, поскольку в одном вопросе вам необходимо будет найти только ключевое слово, а для ответа на другой внимательно прочитать целый абзац. Предложение классифицируется как правильное, если оно соответствует информации текста, и как неправильное, если оно противоречит ей. Если на вопрос невозможно ответить да или нет, то информация в тексте отсутствует. И дальше вот самое интересное, тут кто-то писал «как быть», чтобы все было видно. О, все это кажется очевидным, однако задания такого типа, я не знаю, вы меня продолжаете видеть или нет, представляют определенную сложность. Утверждения, как правило, слегка отличаются от предложений из текста. Часто сложность вопроса заключается в понимании разницы между общей и конкретной ситуацией, фактами и мнениями, мнением самого автора и тем, что он цитирует. Для того, чтобы правильно ответить на вопросы задания, обращайте внимание на прилагательные, используемые для того, чтобы дать оценку или высказать суждение, sensible, responsible, dramatic, exhausting, сравнения, которые также часто используют для выражения мнения, life in the country is more fun than life in a big city, указатели времени, упоминания о развитии, изменении ситуации, the company's profits are growing every year, выражения, используемые для высказывания субъективного мнения, in my opinion,
выражение, используемое для описания ситуации в целом, many people think that, и так далее. Особенно вот важные вот эти слова и выражения используют для того, чтобы указать количество. Several, some, all, every, few, less, much, a lot, most. То есть мы перешли с вами от очень общих советов, которыми обычно все ограничивается, к конкретным точкам, которые очень часто тестируются и которые, работа с которыми позволяет нам избежать большого количества ошибок. И дальше. Перед вами пара предложений. На зеленых плашках расположены части текста, содержащие необходимую информацию. В правой колонке расположены утверждения, соответствие которых информации из текста необходимо оценить. То есть мы вырвали уже из текста те предложения, которые мы будем рассматривать. Такой формат, оцените, какие из утверждений в правой колонке соответствуют фактам и мнениям, true, а какие не соответствуют. Такой формат тренировочного задания предлагается для того, чтобы не тратить время на поиск соответствующих предложений в объемном тексте. Предложения, содержащие необходимую информацию, уже найдены за вас. Проанализируем каждый конкретный пример. И вот как раз она, здесь идет обучение технологии выполнения таких экзаменационных заданий. Подходит ли это к нашей сегодняшней теме? Я думаю, что вполне, потому что, опять же, как вы понимаете, наша идея такая. Проконтролировать несложно, сложно научить. И особенно сложно подготовить к экзамену. И вот здесь как раз идет реальная работа по обучению, по подготовке к итоговым работам, какие бы они ни были. Они всегда у нас меняются, узнаете. Итак, Marx and Spencer will stick to its old-fashioned values, which have helped it to maintain the highest level of services for years and years. А вот утверждение. Marx and Spencer is switching to a new system of high standard services soon. И дальше вот ответ. То есть здесь смысл задания в том, чтобы просто проанализировать. Сначала предположить какой-то свой ответ, дать предположительный, а потом проанализировать и понять, почему ответ такой, а не иной. Ответ. В экзаменационном задании в таком случае правильным ответом будет false. Несмотря на совпадение слов service и близости значения high standard и highest level, утверждение не соответствует информации из текста. В тексте говорится о том, что старомодные ценности помогают фирме Marx & Spencer поддерживать высокий уровень обслуживания на протяжении многих лет, и фирма будет придерживаться их в дальнейшем. В утверждении говорится о том, что фирма Marx & Spencer собирается переключиться на новую систему обслуживания. In my opinion, our government should spend more money on space programs. Everybody agrees that our government should spend more money on space programs. Здесь практически все совпадает, но вот разница между in my opinion и everybody agrees как раз и позволяет нам заключить, что здесь абсолютно нет никакого соответствия, потому что с одной стороны частное мнение, с другой стороны обобщение. Давайте посмотрим number four. According to Professor Smith, we should all get ready for a global catastrophe. Some scientists argue that a global disaster is about to happen. Здесь true, потому что профессор Смит как раз легко заменяется сам scientist. А мы на это обращали внимание с вами, когда говорили о стратегиях. Дальше. Задание номер два. Определите, соответствует ли данное утверждение информации из текста true или необходимая информация в тексте отсутствует. Not stated. Вот это самая сложная вещь. Информация из текста расположена на зеленых плашках. Как раз учителя зачастую говорят, что они сами не совсем понимают, откуда берется это not stated. Как это, как работать с not stated. 90% of my class are going to apply to universities and colleges. Most of my schoolmates are thinking about carrying on with their education. Здесь у нас, конечно, true, потому что 90% совпадает с most of my schoolmates. The south of Spain is the most attractive part of the country. Thousands of tourists go to the south of Spain every year. И вот это классический пример not stated. Почему?
потому что логично было бы предположить, что самые привлекательные регионы Испании посещают тысячи туристов, но такой информации в тексте нет. Да, это привлекательный регион, но у нас нет информации о количестве туристов, которые его посещают. Вот в данном случае логично предположить, commonsensically, it's true, но информация в тексте отсутствует. Number four, mom struggled to make time for her home and family. Although she was very busy, mom found time to be at home for her family. И в данном случае, конечно, нам необходимо полное понимание текста, а нам необходимо понимать, что значит struggle. Если человек не знает этого слова, то он не сможет оценить соответствие этих предложений и вполне возможно допустит ошибку. В данном случае not stated. Утверждение расширяет информацию из текста, что недопустимо. В тексте ничего не говорится о том, удавалось ли маме находить время для дома и семьи. Известно только, что она старалась его находить. Вот, опять же, not stated. Прочитайте текст и попытайтесь ответить, какие утверждения соответствуют или не соответствуют приведенному тексту. И дальше посмотрите то, что мы очень любим. После того, как мы поговорили о стратегии, после того, как мы поняли изнутри кухню того, как происходит вот эта оценка true, false и not stated, мы даем учащимся возможность, мы даем возможность в данном случае для самоконтроля или взаимоконтроля, тут уже как учителю удобнее, мы даем возможность проконтролировать сформированность навыков. И посмотрите, задание после этого выполнено правильно, потому что мы считаем, что здесь наша задача научить, не дать как можно большее количество контрольных материалов, а именно научить. То есть сначала проделали, проконтролировали друг друга или себя, или учитель, а после этого есть возможность сравнить с правильным образцом. Опять же, комментариями не просто там, где нужно, прокомментировано почему. Это очень важно, понимать, не где ты сделал ошибку, потому что функция итогового контроля, тебе говорят, ты сделал 20 ошибок, твоя оценка такая-то. Хорошо, что мне это дает? Кроме того, что у меня испорчено настроение, у моих родителей испорчено настроение, у меня упала самооценка, у меня понизилась мотивация. Что мне дает эта оценка? В данном случае мы с вами говорим все-таки, мы должны, как учителя, попытаться привнести в процесс обучения такое количество контроля, которое является действительно обучающим, который представляет возможность для самосовершенствования. И в данном случае это как раз тот случай, когда мы увидели, мы потренировались, после этого мы все выполнили правильно, значит, все отлично, значит, я все правильно понял, я молодец, я понимаю логику выполнения такого типа заданий, или я не молодец, почему я не молодец, давайте прочитаем комментарий, что я неправильно понял, и так далее. То есть вот такой контроль, он, собственно, и является тем, который нам нужен, к которому мы должны стремиться. Ну вот я вначале сказала, уже потихонечку завершая наш вебинар, поговорим о возможностях, которые дают нам дополнительные пособия, которые являются дорогими, которые не нужно как-то специально согласовывать с администрацией, вы всегда это можете взять. ОГЭ, письменная часть, тренировочные тексты для 9 класса и итоговая контрольная работа для выпускников начальной школы 4 класс. Как вы понимаете, те же самые пособия, которые я сейчас покажу немножечко изнутри, вы можете использовать, и я вам очень советую использовать, не только как контрольно-измерительный материал для 9-4 класса, для подготовки к каким-то контрольным работам и так далее, но и как раз вот эти вот входные тесты для 5 и 10 класса, для того, чтобы понять, каков уровень сформированности знания, умений ваших учащихся, на что надо обратить внимание, какие проблемы можно будет прогнозировать. И, соответственно, выбрать, опять же, какие-то средства коррекции, если можно сказать. Итак, ОГЭ, письменная часть, 9 класс. Он очень стандартный, он сделан в соответствии с демо-версией. Идея в чем? Идея в том, что я хотела вам показать, что, опять же,
Контроль не всегда должен быть сухим, сложным, непонятным. Он должен нести в себе элемент мотивации всегда. То есть текст прежде всего должен быть интересным, потому что давайте будем честными, заставьте себя на любую самую хорошую оценку читать абсолютно неинтересный вам текст или абсолютно неактуальный текст. Текст, я не знаю, где радостно рапортуется, опять же, об открытии каких-нибудь Олимпийских игр в Москве в 80-м году. Этот текст вызовет скорее смех и что, опять же, затруднит его понимание, потому что там будет большое количество реалий, которые учащимся уже не актуальны и так далее. То есть даже контроль должен быть интересным и мотивирующим. В данном случае вот 9 класс, наша любимая J.K. Rowling и интересная дополнительная информация о книгах, фильмах о Гарри Поттере. Посмотрите, прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками. К каждому тексту, обозначенному буквами A.G., подберите соответствующий заголовок, обозначенный цифрами 1-8. Используйте каждую цифру только один раз, и в задании есть лишний заголовок. Посмотрите, какие есть заголовки. J.K. Rowling helped her fan deal with her problems. Harry Potter fans refuse to return to Muggle world. The police are looking for Lord Voldemort's enemies. Harry Potter books unite families. One of Harry Potter's friends inspires children to be themselves. Harry Potter books are banned in some American schools. Harry Potter steps into the real world. Harry Potter books make reading popular. И как вы понимаете, здесь очень большое количество тем, которые заинтересуют учащихся этого возраста, которые как раз в этом возрасте или чуть раньше становятся фанатами Гарри Поттера. Им, собственно, из личного интереса будет очень интересно почитать эти тексты. Например, история с лордом Волан-де-Мортом, если я не ошибаюсь. Я сейчас попытаюсь вам найти, чтобы процитировать. Since the Harry Potter films were released, they have been criticized for different reasons, but nobody has ever been able to say that Harry Potter promotes vandalism. However, just before the release of one film, a small American town, Milwaukee, woke up to find that 80 of its road signs had been covered with graffiti, which read, "Stop Voldemort." The police investigation had little success because the policemen couldn't find out who Voldemort was. Quite by chance, one policeman mentioned the name in front of his 7-year-old son, who happily explained to Daddy that Voldemort was the name of the Dark Lord in the Harry Potter series. То есть, как вы видите, тексты очень интересные, веселые, актуальные. И могут, опять же, эти пособия быть использованы самыми разными целями, как те, кто для дополнительного чтения, текущего контроля, входящего контроля, не только как итоговый текст, тест, извините. Итоговый контроль на работу 4 класс. Опять же, здесь мне хотелось показать, что задания интересные и нестандартные. В данном случае Олимпийские игры упоминаются здесь перед тем, как этот текст учащийся, перед тем, как начинает работать с лексикой и грамматикой, очень интересный текст. И оформление письма, то есть все в соответствии с требованиями. Далее. Значит, в рамках школы молодого учителя я вас знакомила на протяжении всего года с нашими учебными пособиями, которые, так, напомню, что с преподавателем личного произношения, значит, хотелось еще раз рассказать вам о наших отдельных пособиях в завершении нашего вебинара, потому что именно такие пособия на данном этапе работы в школе, мне кажется, для учителей могут быть большой помощью, могут быть очень актуальны. То есть при том, что выбор учебников на данный момент невелик, и учителя очень зависимы в своем выборе, мы знаем, на данном этапе, опять же, надеемся, это будет меняться. Кроме того, собственно, и требования меняются. Очень сильно вырастает роль таких вот небольших, недорогих
актуальных пособий, которые появляются по мере надобности и используются учителем в зависимости от его потребностей. Итак, я вам уже сказала, итоговые контрольные работы для 4 класса, которые можно использовать и в 4, и в 5 классе, как входной тест, и я очень вам это советую. ОГЭ, письменная часть, для 9 класса, тренировочные тесты. Опять же, и прекрасная подготовка к тренировочным тестам для 9, к тесту для 9 класса, и также отличное пособие для использования в начале 10-го, как для входного контроля, так и для повторения, потому что, собственно, 10 класс тоже начинается с всеобъемлющего повторения. Пособие для чтения. Три книги. Adventures of Bob the Hedgehog and His Friends. Книга для чтения для младших школьников. Очень приятные, интересные, опять же, актуальные истории жизни детей в современной Англии. The Ring of the Druids, вот как называется эта книга, у меня вылетела из головы, как раз откуда я вам цитировала контрольную работу. Книга знакомит учащихся средних классов с историей Англии в очень интересной форме, погружая их, собственно, в реальность, позволяя им общаться фактически вживую с историческими персонажами. Это книга для чтения по истории Англии, тексты небольшие, лексическое наполнение вполне достойное, но при этом познаваемое для учащихся среднего этапа. И Stories from Famous American and British Writers – это слегка адаптированные истории, рассказы американских и английских писателей, которые являются классическими. При этом мы постарались выбрать интересные истории, которые не так часто или вообще редко, скажем так, используются в ридерах, которые нам встречаются. То есть здесь тоже, в общем, есть достаточно большая ценность, и рассказы адекватно адаптированы. И большая помощь для учащихся и учеников, извините, и учителей, и с точки зрения мотивации, с точки зрения отработки лексики и грамматики, Songs and Poems for Junior School and Songs and Poems for School. То есть для среднего этапа и для младшего этапа. Это стихи и песни, авторские стихи и песни, которые позволяют отработать лексические и грамматические темы. И обратите внимание, все эти книги, они достаточно тонкие, они небольшие, они без дисков, потому что к ним прилагается QR-код. И вот здесь вот он виден как раз на учебнике ОГЭ письменная часть. Обратите внимание, это QR-код, который позволяет скачать аудиоприложение, очень профессиональное, очень качественное, особенно там, где речь идет о стихах и песнях, которые записаны с большой любовью, очень качественно и с возможностью петь караоке. Все, еще раз повторюсь, эти пособия содержат такое приложение, и все они дают нам такую возможность. Возможность слушать и использовать аудио прямо из компьютера. То есть не нужно платить за диск, не нужно потом переживать, когда он испортился или потерялся. Все в компьютере, скачивается по QR-коду. Пособие «Как научиться читать» отдельно выделяю. Опять же, к сожалению, мы сегодня немножко позже начали, поэтому я вас буквально на 5 минут еще задержу. Пособие позволяет научить читать детей со 2 класса или даже самых младших школьников с 1 класса. То есть пособие обеспечивает нам возможность научить читать, по какому учебнику вы бы не работали. Как это делается? Пособие включает в себя и стихи, и песни, и, как я уже сказала, профессиональное аудиоприложение, записанное английскими дикторами. И знакомит учащихся, тем не менее, несмотря на то, что это достаточно утилитарное пособие, оно знакомит с бытом, реалиями, культурой, традициями Великобритании. И главное, что оно систематическое, то есть оно содержит систему не только упражнений, опять же, потому что, еще раз, сколько ни говори сахар, слаще не станет. Прежде чем упражняться, надо понять, как это делать, надо понять, что мы отрабатываем, то есть делать это осознанно. Если я читаю
Лайк, почему я читаю лайк, почему это не лик, почему вчера это было в похожей ситуации что-то лик, а сейчас это лайк. То есть нужно знать правила, отрабатывать навыки нужно осознанно. И вот именно эту возможность дает нам пособие. Оно дает нам системное объяснение, развернутое, полноценное на русском языке, и дает после этого систему упражнений, которые последовательно отрабатывают те или иные правила чтения. И вот пройдя по такому пособию, вы можете быть уверены, что ваши учащиеся будут уметь читать. Опять же, входной контроль на уровне 5 класса. Вы пришли и поняли, что читать ваши учащиеся не умеют. Думайте, может быть, взять все-таки это пособие, хотя оно, конечно, строго адресовано младшеклассникам, или есть возможность в наших учебниках повторения правил чтения в 5 классе, или обеспечьте сами каким-то образом это повторение. Не двигайтесь дальше, если входной контроль показывает вам, что ваши учащиеся не умеют читать. Как использовать пособие «Как научиться читать» по-английски? А в начале обучения последовательно, параллельно с любым учебником в течение 15 минут урока. То есть какой бы учебник ни был, если, опять же, вы знаете, у вас есть опыт с этим учебником, что он вам не поможет сформировать этот навык, пожалуйста, 15 минут вполне достаточно для того, чтобы пройти один урок этого пособия. В процессе подготовки к обучению английскому языку в 1 классе прекрасно работает, таким образом вы получите класс ко 2 классу, уже абсолютно умеющий читать и который справится потенциально с любым учебником. В 3-4 классе выборочная работа, вот как раз в зависимости от индивидуальных потребностей ученика или класса. То есть вот вам входной контроль, вот вам индивидуальная работа. Если ребенок не умеет читать, он пришел с другого класса или что-то еще, или отставал, например, по своим каким-то когнитивным возможностям, а сейчас он готов работать с вами, может использовать такое пособие в индивидуальном режиме. Вот вам, собственно, и средства коррекции каких-то обнаруженных во время контроля сложностей. Для занятий с репетитором, я думаю, что все репетиторы уже давно знают, как это полезно, и используют это пособие в своей работе, и, конечно, для кружков и внеурочной деятельности. Отдельно хочу сказать, что это пособие еще прекрасно приспособлено, предназначено для самостоятельного использования дома с родителями, потому что оно содержит, как я уже сказала, развернутые, полноценные объяснения на русском языке. И вот здесь как раз вот этот родительский зуд, который очень часто у них бывает перед тем, как ребенок идет в школу, может быть вполне направлен в мирное русло, если снабдить ваших родителей перед летом, например, таким пособием, и вполне возможно у вас большое количество класса придет уже подготовленное в плане чтения, и вам не придется, опять же, тратить на это времени, вам придется, так сказать, вести какую-то только легкую корректирующую деятельность. То есть здесь очень много возможностей. А мы не перестаем утверждать, и я думаю, что опытные учителя на своем опыте убедились в том, что чтение для нас все-таки является ведущим видом деятельности, и если оно сформировано, то тогда на его основе можно строить дальнейший дом. Чтение – это наш фундамент. И если чтения нет, то дальше учителям очень сложно работать. Все пишут «спасибо». Вот тут были, так сказать, моменты из пособия. У меня на этом закончилось, а должно было быть еще. Должен был быть слайд, видимо, не успели положить, с рекламой того, что если вы покупаете... одну минуточку, я сейчас просто уточню у себя содержимое этого файла. То есть это... возможность купить наши учебники с 10% скидкой. Одну минуточку, я сейчас посмотрю. Мне вчера прислали как раз этот слайд, но мы уже, я боюсь, выложили к тому времени. Одну минутку. Выложили нашу презентацию и уже не смогли внести в нее изменения. Я сейчас вам прочитаю. Итак, с
Скидка 10% для участников вебинара. У вас есть возможность приобрести со скидкой любые учебники и учебные пособия авторов Kaufman Kaufman, представленные в интернет-магазине englishteachers.io/shop. Как приобрести? Отправить по электронной почте заказ до 27 апреля 2018 года. То есть в течение 10 дней вы получаете после этого вебинара 10% скидку. Поэтому, если вас заинтересовали какие-то учебники или пособия, пожалуйста, приобретайте их в нашем интернет-магазине. Я думаю, что цена у них минимальная с точки зрения других мест. И мне хочется сказать, что мы, еще раз повторюсь, что мы объявляем апробацию. Я думаю, что уже можно выкладывать ссылку на сертификаты, а те, кто хотят дослушать наши новости, будут тогда оставаться и слушать. Остальные смогут уже продолжить свои дела какие-то делать. Итак, мы объявляем апробацию, мы ее объявили уже 2 недели назад, призываем вас участвовать, если есть возможность. Я так понимаю, что на нашем сайте объясняется, какие юридические возможности у вас есть использовать наши учебники именно как учебники для апробации. И если вы будете нашими апробаторами, мы вам вышлем учебники бесплатные, вам нужно будет приобрести только рабочие тетради. Мы вас призываем сотрудничать, если вам интересно, и принять участие. А кроме того, я хотела бы сказать еще раз, что мы очень надеемся, что мы попадем таки в федеральный перечень, он появится, и все будет хорошо, мы для этого все делаем. Учебники находятся в министерстве и имеют все положительные экспертизы, все необходимые заключения, положительные, хвалебные. Так что на это мы тоже надеемся. Мы надеемся, что в следующем году, в следующем учебном году мы сможем предоставить вам очень интересные для вас новые образовательные услуги. Этот проект у нас сейчас в разработке, и похоже, что мы к этому движемся, и мы сможем помогать работать вам и учиться вашим ученикам. Поэтому следите, в общем, за рекламой, следите за нашими обновлениями. Если у вас есть какие-то просьбы, пожелания, вопросы, пожалуйста, пишите. Я вот еще буквально пару минут с вами. Вот как раз Клара Исаковна разместила этот слайд, которого у нас не было, про учебники, учебные пособия со скидкой 10%. Тут есть код для скидки, который вам нужно будет использовать. Я надеюсь, что ваши ученики успешно сдадут все экзамены, которые им предстоят. Я очень надеюсь, что их результаты порадуют вас. Май будет тяжелым месяцем, поэтому я не знаю, будем ли мы с вами встречаться в мае, но мы в любом случае встретимся с вами в сентябре и начнем работать вместе. И я надеюсь, что это будет интересно вам, родителям, ученикам, нам. Мы не прощаемся. Говорим пока только до свидания и надеемся, что все будет очень хорошо и работа наша совместная будет успешной. Вам большого терпения, сил.